South Carolina, и мне просто там было очень одиноко, и делать нечего, и мне там никогда не понравилось. Поэтому мы через 2 года сюда переехали, но это другая история. Поэтому я начала делать видео на YouTube, потому что мне было очень грустно, и у меня друзей там не было. Просто не знала, что делать с собой целый день. Я просто включила камеру и сказала: «Всем привет, меня зовут Эвелина, давайте будем дружить в интернете». Хельга спрашивает: «Какая твоя девичья фамилия?» «Моя девичья фамилия Карташова». «В какой школе ты училась в Молдове?» «Я училась в лицее Петру Радиш в Кишиневе». «Петру Радиш репрезент». Да, вот обычная школа. Ну, как бы у нас была... это бизнес-школа. У нас нужно было в каждый год где-то 3 или 4 уроков или класса.